Владивосток готовится к приобретению второй партии единой транспортной карты. 1000 таких карт уже реализовано в городе. ЕТК можно расплатиться в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулере. Как пояснили в автоматизированном диспетчерском центре, который является официальным оператором проекта, во Владивостоке владельцами карты чаще всего становятся школьники. Стоимость единой транспортной карты составляет 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка или через ресурс «Сбербанк онлайн». Транспортную карту во Владивостоке можно приобрести по следующим адресам. На верхней площадке фуникулера, в диспетчерской трамвая на остановке Мингородок, в диспетчерской троллейбуса на остановке Автовокзал и на площади Семеновской. Все вопросы, которые возникают по обслуживанию карты, по моментам, которые связаны с ней, вы можете обращаться непосредственно в МКУ ДЦ, в отдел технической поддержки. У нас есть специалист, который занимается этими вопросами. Соответственно, его телефон указан на единой транспортной карте. Если по каким-то причинам терминал не работает и пассажир не может рассчитаться за проезд, об этом можно сообщить по телефону 261-43-34. Напомним, что расчет с помощью онлайн-перевода за проезд незаконен. Безусловно, почти у всех сегодня есть банковские карты, ими тоже можно рассчитаться за проезд. В этом случае транспортная карта является альтернативой. Выбор, чем пользоваться, только за самим пассажиром. В случае потери карты вам ее не только восстановят, но и вернут оставшиеся средства. Дмитрий Беломестов, новости на восьмом.